Победные традиции комсомола молодежи 21 века. Девиз подготовки к юбилею ВЛКСМ, которая начнется уже в этом году. Планируется провести множество мероприятий на всей территории Краснодарского края. По словам участников семинара, самое главное – сохранить преемственность поколений. В истории мирового молодежного движения нет прецедентов по вкладу, по свершениям больше, чем это сделал комсомол. Великие стройки комсомольские, ликвидации безграмотности. Но если Уинстон Черчилль говорил, что страна сделала за короткий исторический период от Сахи до космоса. Также в рамках семинара прошла встреча с молодежным активом Анапы. По словам участников, сейчас в городе проходит много молодежных мероприятий, от развлекательных до волонтерских и профилактических. Мы заметили, что все-таки наш город является доступным для людей с инвалидностью, маловидных групп граждан. 45-50%. Да, пока что это небольшая часть. Но наш город имеет право стать городом безбарьерной среды. Все участники семинара получили в подарок книгу. Уже после мероприятия в крае начнется подготовка к юбилею ВЛКСМ. Связь поколений между молодыми, между нашими ветеранами, комсомолами, либо любой другой организацией, она есть и она прослеживается. Мы поддерживаем лучшие традиции ВЛКСМ, как уже сказал Николай Григорьевич Денисов, победные традиции ВЛКСМ и сейчас в нашей жизни.